Кыргызстане на утро 6 апреля зарегистрировано 69 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов на брифинге в правительстве. Таким образом, общее число подтвержденных случаев составило 216 случаев. Также он отметил, что сегодня из больницы в Джалалабадской области выпишут 23 человека, которые выздоровели после коронавируса. По его словам, ранее уже были выписаны 10 человек. В Кыргызстане умерли еще два пациента с коронавирусом. Об этом на брифинге 6 апреля сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов. Всего на 6 апреля умерли 4 человека, у которых был выявлен коронавирус. Они были в тяжелом состоянии. Кроме этого, министр добавил, что еще 5 человек находятся в тяжелом состоянии, из которых двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, а трое получают кислородную терапию. Один из скончавшихся от коронавируса оказался житель Ошской области. Он был контактным лицом. Его супруга вернулась из-за рубежа с сестрой. У второй был положительный COVID-19. Об этом сообщил республиканский штаб 6 апреля. При этом ее самочувствие было без выраженных симптомов, а мужчина скончался после контакта. У нескольких членов семьи подтвердился коронавирус, рассказали в штабе.